есть тут кто? Какое пустынное место. Злодейка судьба. Мало того, что из-за нелепой ошибки меня изгнали из королевства, так теперь еще она провела меня в эту пустыню, где мне придется умереть от жажды. Пить! Как хочется мне пить! Эх, видимо, сам черт заставил меня намазать ядом книгу короля. Бедный король. Теперь он в царстве мертвых, и я тоже скоро последую за ним. Ну что это я вижу впереди? Мираж? Призрак? Медведь! Не падай духом! Я не держу на тебя зла. Иди своим путем и не сдавайся. Судьба — девица переменчивая. Исчез. Что это было? Снова черт смеется надо мной. Или призрак доброго короля явился с того света, чтобы подбодрить меня? Нет времени гадать. Надо идти, пока есть силы. Пить! Пить! Чьи это следы? Похоже на медведя. В пустыне? Догоню и посмотрю. Последние силы покидают меня. Пить! Воды! Действительно, медведь в пустыне. Кажется, он умер. Будет у моих детишек сегодня праздничный ужин. Ага! Он жив! Нет! Крыш, отпусти меня! Воды! Пить! Отнеси меня к колодцу! Хорошо, но только отпусти меня сначала. Я мимо отнесу тебя к воде. Я тебе не верю. Ты хотела скормить меня своим детенышем. Сейчас я сяду на тебя, а ты лети к воде. Ох, какой ты тяжелый. Ладно, давай попробуем. Ты сел? Тогда летим. Ха-ха-ха-ха-ха! Как жизнь однообразна и скучна. Уж сотни лет я охраняю этот колодец и не вижу тут никого, кроме ворон. То ли дело раньше, сюда приходили целые караваны, но отсюда живым не уходил никто. И они тогда изменили свои караванные пути, и я стал прозябать тут в одиночестве. О! Что я вижу? Опять летит ворона. Как я устала! Слезай, медведь, вот твой колодец. Ворона, кто это с тобой? Медведь. Медведь? В пустыне? Да. Очень интересно. Скажи, как занесло тебя сюда? Как? Пить воды. Ладно, пей. Вот колодец. Убить тебя всегда успею я. Но мне хочется узнать твою историю. О, силы возвращаются ко мне. Карр, ну мне пора. Меня ждут дети. Карр. Давай, лети. Как вы мне надоели, вороны. Медведь, напился ты? Да, благодарю тебя, дракон. Не торопись благодарить. Ха-ха-ха. Лучше расскажи свою историю. Как ты попал в пустыню? Ногами. Шел, куда глаза глядят. Зачем? Без цели. Меня изгнали после смерти короля, которого я отравил случайно. Убитый горем, шел я наугад и оказался здесь. Убийца короля? Какой ужасный жребий! Но не переживай, тебе недолго жить осталось, а вместе с жизнью и все горести уйдут. Так ты меня убьешь?
Конечно, ведь я дракон, и моя цель съедать всех путников у этого колодца. Ну, видно, смерть моя пришла. Хотя постой, что вижу я? Опять тот призрак? Убей дракона сам, не падай духом и не сдавайся. Убить дракона? Что ты сказал? Призрак короля явился только что ко мне и сказал: убей дракона сам. Призрак короля это был? Как интересно. Второй раз он уже появляется передо мной и помогает в трудной ситуации. Ха-ха-ха, ну со мной тебе не справиться. Давай проверим. Все, не дышит. Я победил. Говорят, что кровь дракона оживляет мертвых. Возьму чуть-чуть с собой и вернусь обратно в королевство.